короче, я тебе должен объяснить, что это полный балл. Я понимаю, вот эти же было, то вообще может быть немножко наоборот ситуация. Привет, он внутри. Как только это... Какая протяженность огромная. Да ерунда. В городе нормально. Ерунда. Знаешь, собака идет. Тут уже разделась. Привет, не будем обниматься, а то я чихаю. Зато со мной можно. Тебе не холодно, Катюша? А то один разгорелся. Что это может означать? Он маленький такой, там тоненький, знаешь, этот сердце. Угу. И мне нравится, как этот Ленька рассказывал, да, этот дед этого волка, как он рассказывал. Это все, вы. Понабрали, господи, смотри. Вот да, так хорошо. От того, что есть большие буквы. От чего так хорошо. От того, что кто-то есть большую буквы. Снегопад. Та-ра-ра-ба-ри-ба-дам. Рабчу-джу-бу-джи-би-джим, джари-ба-джум-джай. Ай-джарай, джи-би-джум, рабчу-джу-бу-джи-би-джум. Рабчу-джу-бу-джи-бу-джу-бча, рабчу-джу-бу-джи-би-джай. Лапчу-джу-бу-джа-бу-джай. Там жюри, мари, 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 мари. А я вот здесь, вот я вот здесь посижу. Маску надо одевать, да? Ласты. Маску, ласты, все надо одеть. Ну давайте. А у мамки есть. Если нету, я тебе дам. Снегопад. Снегопад. Снегопад метет чувак, оно приглашая нас с тобою, да на прогулку. Чего? А чего так хорошо? Та-на-на-на-на-на. Та-да-ди-да-н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 а-
А вон, видишь? Стола, котелка моет, кухня. Прозрачный. А, есть. Не, как говорится, если ты выучился кататься на велике, да? Да, это не тебе, это тебе не это, не камень. Джипачок, поехал, я все сам. В этом здании в 1980 году в мае я сдавал экзамены в институте. Вот оно какое. Это здание было. Так как Олимпиада была в Москве, нас туда не пустили. И мы сдавали здесь. Сверчит этот. Пошлите проверку.
сюда. Подождите меня здесь, я сейчас вот это. А вот это ДФК. Вот это Дом физической культуры и спорта. Здесь я с 1973 по 75. Занимался тяжелой атлетикой, когда был. Покажу окна полуподвального помещения, где был спортзал. Вот они, окошки. Написано тренажерный зал. А вот тут мы гремели штангами. Было дело. Было дело. Отчего? Так что вот он. Вот здесь я был. ШВСМ. Школа высшего спортивного мастерства это называлось. И вот. Вот. Здесь, да? А, здесь. Хорошо, здесь. Все правильно. Тут. Вот тут мы. И будем казаки. Мы казаки. А? Пушки с пристани палят. Кораблю пристать велят. Мзду давайте. За проплытие по Дону. Пенная вечеринка. Крепостной, видите, крепостной. Да? И я хочу спать. Вот по этому крепостному я как раз ходил. Трамвай там останавливался. И пешочком мы шли в спортзал. В шинелях. Да, спортрота есть спортрота. Где-то полтора года я в ней был, так если чистоганом взять. Хорошее время. Жаль, как-то она не прочувствовалась тогда. В жизни раз бывает. 19-20 лет. Рабочий дом. Ажосик Маркет. Что-нибудь купить? Да нет, мы уж если будем, то покушаем чего-либо. А дома мы с Маком купим булку.
13:00. А вот это было. Я посижу на лавочке. Самого, говорит, боя не было там, перед боем что-то там все не собирались. Ну, да, там боевых искусств как бы особо таковых не было, там в основном они кидали друг друга, как мне показалось. Это как они с игрой, чтобы чтоб люди играли. Факт остается фактом, что я, короче, не хочу вообще наряжаться. Не-не-не-не, это просто не хочу. Надо пересмотреть. Ни в коем случае. Там такие. Ну, пошли на пару, пока ты не выживешь.
С тобой отдохнем. Ну, а ты тут опять на рыбный. Да, это хорошо, с удовольствием бы поели. Класс. Просто подошло время. Но мы гуляем, идем медленно к еде. Ну да, 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 давайте. Идем медленно к еде. Ты их немножко подожди. Два года подряд на 1 мая. Розовый фламинго? Ох ты!
Так и тот вон еще второй. Он черная шея, белая это. Живой уголок. Это парк революции. И без яиц, еще там яйца там тебе надо. С яйцами вообще. Что, она тебя ущипнула, больно? Или за что? Ну все равно. Ну я тебе говорю, но я сформирую. Ля-ля-ля, смотри, смотри. Я ничего не возмущаю. Водой прогнали. Видела, не возмущали. Thank you.
это Света говорит, это тоже от детей куча игрушек дома. Купила. А тут перехода ж нету? Подземного. Нет, типа там. А тут поэтому не ходят, да? Поэтому не ходят. Вот. Ну, если тут по театральному перешли, а... Мощно! Мощно! Со второго на пятый. Вот сюда ж мы, да? Или туда? Ой, сюда! Переходы, переходы. Берег левый, берег правый. Фото, а я хотел прочитать фото даун. Нет, фото дон. Фото дон. Фото дон. Фото дон. Фотодон. Бургер, пицца. Итак, обед. Так, ну что, пить кофе или обед? Обед новый. А что там, хорошее? Табакко. Табакко. Да, скремут его.
Так что видосик будет. Прогулка по Ростову. Уже какие рокеры. Этот Федя. Да, да. А то был тебя залезть на все наверх и сидеть на тебе. Вот удивительно, да? Собака помнит, что она его принесла. И вот сколько ж уже ее нету, как бы. А он все, да? Подошел к тебе, а потом...